Channel Islands Securities Exchange допускает к торгам биткоин-фонд. Global Advisors Bitcoin Investment Fund становится первым биткоин-фондом, который может принять участие в торгах на британской фондовой бирже, сообщает forclock.com. Глава Габи Даниэль Мастерс прокомментировал: «Сейчас лучшее время для таких действий. Кроме того, биткоин – лидер на рынке криптовалют. Габи обеспечивает профессиональное управление рисками, связанное с биткоин-активами, и обладает инструментами для полного спектра услуг».